Дорогая моя сестричка Тамарочка, только что получил твое письмо. Очень рад, что ты в курсе наших событий и благодарю от всей души за искреннюю поддержку, сочувствие и хорошие пожелания. Родная, я вижу, что ты беспокоишься за нас. Ну, право же, не надо. Ошибки, которые были допущены там, мы учли. У нас будет больше бдительности, мы не допустим беспечности. А это залог того, что враг не прорвет линию нашей обороны, и мы с гордостью отстоим гордое имя нашего города. Скучаю по тебе. И всякий раз, как только вспоминаю тебя, беру свою сумку и просматриваю фотоснимки. Томочка, сейчас отвечаю тебе прямо с ППС. Вот получу все, приду домой, перечитаю письмо. И ты, когда прочтешь его, убедишься, как мы верим в свою, в нашу победу.